13 августа на одной из площадок спорткомплекса «Красная звезда» прошел омский этап всероссийских соревнований по уличному баскетболу «Оранжевый мяч». 43 команды соревновались в стритбольном формате 3 на 3. Борьба за медали шла в трех возрастных группах – до 16, до 18 и 19 и старше. Уличный баскетбол – это такая вещь, ну, незаменимая, можно так сказать, в массовом спорте, потому что ребята иногда из этого спорта попадают в большой спорт. То есть некоторые тренеры профессиональных команд могут заметить именно хороших игроков. В категории для баскетболистов старше 19 лет в состязании мужчин верх взял квартет «Дабаскет». А в споре женщин главные награды турнира выиграла команда 55-й регион, в составе которой ярко сыграли баскетболистки, совсем недавно выступавшие за «Нефтяник» Софья Дерича и Алена Зубкова. Здесь более быстрая игра, на других все скоростях делается, более жесткая, меньше людей, меньше времени на атаку, нужно быстрее думать, что-то придумывать для атаки. В споре юниоров категории до 18 лет отлично сыграли все три команды, занявшие призовые места. Парни такие простые с улицы. Вышли вот сюда, думаем, наверное, выиграем. Вот. Поэтому настрой, значит, выиграть как минимум. Броски получаются, получаются подборы, получаются ведения, получаются трехочковые броски. Вот наш специалист. В результате верх взяла команда «Крипчики». Острые пузырьки вторые. Скрепыши третьи. В категории до 16 лет золотые медали выиграла команда «Бивень». Победители соревнований представят нашу область в следующем этапе на уровне Сибирского федерального округа.